На Императорском мосту сегодня вводится режим реверсивного движения. По информации Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, с 10 до 16 часов на переправе будет работать спецсветофор, который будет регулировать движение автотранспорта по полосам. В это время на подходящих к старому мосту дамбах будут выполняться работы по монтажу нового барьерного ограждения и световых опор. Решение проводить работы днем при положительных температурах принято для обеспечения качественного схватывания бетона. Администрация областной столицы приносит извинения за доставленные неудобства.